Ой, новый домишко, новый сосед, новый город. Наконец-то я переехал с предыдущего дома, с предыдущего района. Там какой-то вообще маньячина жил. Надеюсь, в этот раз будет нормальный сосед. Так, сосед... Мало того, что он зеленый, и что-то он какой-то странный. Как он вообще... мне кажется, он спортсмен просто, да, бодибилдер. Поэтому так натренился, что так высоко прыгает. Да, да, только почему он зеленый? Так, опять какая-то фигня новая, опять нужно разбираться. Ох, ладно, ладно, не первый раз и не в последний. Фух, так, все, нужно собраться, нужно познакомиться с этим соседом странным. Нужно разобраться, кто он вообще такой. Чё этот придурок там делает в окне? Так, а ну сосед, открывай, ты что за мной шпионишь? Да кто-то пришел, да кто-то... Открывай, давай сосед уже! Ничего не понимаю, кто пришел? А ну что, что тебе уже в этом обдали, что вам дали? Господи, ты чё такой-то странный? Что с тобой вообще? Я вообще не понимаю. Чё такой страшный? Я прибыл сюда, чтобы истребить всех микробов. Откуда прибыл? С Комикона? Ты что там, косплеер какой-то? А, ты косплеер, я понял, привет, сосед, привет. Я понял. Ты куда зашел, а ты пошел из моего дома? Дай познакомиться, Уйди из моего дома, человечешка. А что человеческо? Ты так не вживайся в свою роль, это всего лишь косплей. Да, чувак, да, познакомимся. Да, выходи из моего дома, я должен истребить всех микробов. Каких микробов? Ты должен истребить все лайки. Вот лайки любишь, косплеер? Лайки не люблю, но микробов я хочу больше истребить. Ты вообще за своей речью хотя бы когда-то следишь, каких микробов, какие лайки? А ну пошел вон, тупой человеческое, и больше ко мне не приходи. Ой, господи, господи, что ж мне такие соседы достаются каждый раз? Ой! Какой-то слишком странный сосед, я вообще не понимаю, какой-то он очень странный, что он вообще там делает, а? Нужно за ним понаблюдать. Где он? Я его только что видел в окне. Так, куда он пропал? Куда он пропал? Не зря я себе бинокль прикупил. Прикольная штука, прикольная. Так, ладно, ладно. Нужно понять, в чем его секрет. Он 100% что там скрывает у тебя дома. Я просто уверен. Так, он меня в этот раз не пустит. Косплееры. Косплееры все жирные, они 100% любят пожрать. Доставка пиццы. Пиццу заказывали. Там салат, там оливье, пицца, всякая пицца. Привет, сосед. Вот, смотри. Какой сосед? Я его пошел. Вот, что-то сюда пришел. Пиццу, смотри, пиццу. Вот, тыквенную пиццу. Бери. Я не ем никакие пиццы. Какой дом у тебя большой? Не ем никакие пиццы. Ладно, возвращайся сюда. А что у тебя дом-то такой большой, а? Я живу в этом доме, чтобы истребить всех микробов. Так, да фу, ты уже заколебался своими анекдотами, не смешные. Так, а чё ты... Я тебя могу оставить в этом доме, только если ты мне поможешь истребить всех микробов. Микроб? А, это ролплей, да, такой? Типа, ты косплеер, мы сейчас ролплей, да, будем? А, ладно, сержант, лейтенант. Да, я согласен, будем истреблять микробов. Пошли, ведите меня, сержант. А, вот так я должен разговаривать. Прикол, поприжай. Кам угодно, сэр. Вы хотите выпить что-нибудь хотите? Сэр, да, это что, пиво? Это моя лунная моча. Кого? Это лунная моча. А, какой-то сок новый, да, купил? Супермаркет. Да, лунная моча. Да, прикольно. Вот ты про мочу сказал. Моча, которую на луне пописали. Прикольная марка. Я, если честно, рекламу не видел такую по телевизору. Наверное, новый сок какой-то. Вот про мочу сказал, даже пописать захотелось. Я сейчас приду. Сосед, где у тебя туалет? Сосед, пойдем сюда. Здесь есть туалет, можете проходить и пописать. А чё ты такой странный? Вот ты выйди со своей уже роли. Я понимаю, ты это актер, да, крутой? Типа вот там, я косплеер. Я не понимаю, о чем вы. Я не знаю ни о какой роли. Прикольно. Не сдаешься до конца, держишься. Так, я, пожалуй, зайду в туалетик с вами. А это кто такой? Я не хочу, чтобы на меня смотрели. Это микробы. Грустные микробы, они сидят в клетках. Какие микробы? А чё они такие большие? Какие микробы? Просто в моем доме очень много грязи, и поэтому такие большие микробы. Сосед, ты случайно не маньячина? Это на человека какого-то смахивает, который уже тут где-то год вялится. Нет, это просто большой микроб. Какой микроб? А, это твой друг тоже кос... Это квест, да? Я на квест попал. Да, друг мой. А, и вот это друг, смотри. Да, это тоже друг. Тоже он, видишь, грустный какой. Офигеть, играет свою роль, да, прикольно. А ему вообще тут в кайф вот так неделями сидеть? Да, ему нравится. А ты его вообще кормишь хотя бы? Он и так выживает. Он плачет вот только все время. Почему? Не знаю, понятно, почему. А вообще много тут клиентов вот на квест приходят, нет?
Да, да, много клиентов приходит, много всех, которые микробов убивали, мне помогают. Да, прикольно, прикольно. Значит, уже все убили микробов, да, я только тут остался один, уже ничего нету. А тут сосед, что такое? А что тут такое? А тут не важно, тут не не не. А можно я посмотрю, что там? Нельзя смотреть, нет. Это мое секретное место, сюда входить нельзя. А вообще, в принципе, микробы убиты, поэтому ты можешь уходить обратно домой. А ну проваливай, быстро проваливай отсюда домой, проваливай. Ой, какой-то слишком странный сосед, а? Какой-то слишком странный сосед. Говорит то, что зеленый, потому что косплеер, но уже неделю не моется, ходит таким зеленым. Какие-то бактерии у него. Так. То есть он вот так пердит, как будто дымовуху кидает. Вообще что-то неладное. Какие у него вообще бактерии, я что-то не могу понять. В туалете везде бактерии какие-то двухметровые. Говорит, что это квест. А сам как-то даже стрёмно разговаривает, вообще все стрёмно делает. Вот он в окне там. Он тоже за мной наблюдает! Зараза. Так, все. Нужно с этим покончить. Нужно разобраться с этим соседом каким-то. Сейчас проберусь в дом к этому косплееру. Конечно, косплееру в кавычках. Так, главное, чтобы его тут не было. Наверное, он где-то там занимается опять своими косплеями. Поэтому... Ты чё тут забыл? Чё забыл в моем доме? Сосед, не стреляй, пожалуйста. Да чё, а чё у тебя за пушка такая дома? Не стреляй, здесь сидел вообще, какого чёрта сюда пришёл? Сосед, успокойся, пожалуйста. Успокойся! Да, успокойся. Запор у меня, запор. А чё такое? Мне кажется, у тебя там, походу, какая-то рак толстой кишки, не бывает такого запора. Посмотри, сосед, может, ты мне поможешь. Посмотри, да, я тебе чё, доктор? Я тебе чё, доктор? У меня какая-то зеленая фигня торчит, ну посмотри, это может быть... Какая башка у тебя? У тебя всё... Может, это какашка торчит, я не знаю. А, нет, это хвост, ты же косплеер, да? Да, хвост торчит, да. Ну что ты пришел-то, что тебе надо? Я не знаю, вот переехал только, хавать ничего. Соседы, конечно, понимаю, у тебя дома, но может хватит, а мне тоже как-то неприятно это нюхать и видеть вообще. Как воняет. Что, будем убивать микробов, да? Слава богу, у меня насморк, поэтому ничего. Короче, я не знаю, что с тобой делать. Какой-то странный сосед. Можно что-то покушать, пожалуйста? Покушать на твою пиццу, которую я не ем пиццы. А еще что-то можно? Нет, нельзя. Ты какой-то ленивый, может? Нет, нельзя. Ну, в смысле? Вот смотри, у тебя что-то тут... Нет, ничего нету. А на втором этаже у тебя что, сосед? Мне просто интересно. А тут что? Что ты делаешь? Это может... А ну стой, ах! А это что такое? Это моя станция, где я провожу эксперименты над микробами. Какими микробами? А это что за кровуха? Это что такое? Это красная жидкость. Видишь, какая кровь? Да, кровь называется, да? Красная жидкость, кровь. Нет, вот это вот, видишь, тюбики стоят, это вот оттуда вылилось. Тут же красной нету. Да поёханый ты попасть, ты меня уже заколебал. Сейчас мы найдем. Сосед, а ну подойди сюда. Сейчас, газы твои развеются. Это что такое? Это ты там наблюдал за мной? Не, это я вот птичек смотрю, птичек. И как давно ты за мной наблюдаешь уже? Я на птичек смотрю. Конечно. Так, я уверен, у тебя что-то тут есть. А это ты специально сюда перданул? Ты что-то задыметь хотел? Чё? Хватит, я не могу. Всё, собрал, давай. Это кто такие, сосед? Ой, газы отходят. Ой. Отвлекающий манёр, да? Отвечай на вопрос, это кто такие? Это микробы. Микробы, опыт 23.1, опыт 23.2. А может, ты людей на улице выкрадываешь и опыты на них вот такие ставишь?
Это разве похоже на людей? Ну, может, они когда-то людьми были, ты просто превратил их... Ваша человеческая раса даже не сравнится с этими могущественными микробами. Так, сосед, вот сейчас я вообще запутался. Ладно, мне кажется, ты не человек... А почему этот конь зеленый, да? Я не вижу, что зеленый. Это краска. Это не краска. Ну, что это такое, а? Это зеленая жидкость. Какая зеленая жидкость? Я просто много читаю, и чтобы я не уснул, я пью зеленую жидкость. Ладно, Пёш, а почему ты такой зеленый весь сам стал? У тебя вот рога какие-то... А ну сними очки! Зачем тебе снижать очки? А мне просто интересно, что у тебя тут на лбу торчит. Я очень плохо вижу, я не вижу ничего без очков. Странно. Ничего не вижу без очков. А еще у меня жуткий запор. Можешь помочь, пожалуйста? Это я уже понял. Ну вытащи, пожалуйста, уйди, я тебя прошу. От меня противный! Пожалуйста, вытащи, я тебя прошу, да, не могу уже, вытащи. Ладно, сейчас, что у тебя тут... Вот, средство от запора, это то? Да, так, твоя ж комната, а? А ну, давай, становись сюда. Я куда становиться? Вот сюда, ложись. Что ты собрался делать? С доктором не спорят, ложись вот сюда. Ложись на вот этот стол. Я сниму туда штанишки. Не-не-не, лучше оставь, я так все сделаю. Не хочу смотреть давай, на зеленую задницу. Да не крутись ты, а! Доктора. Давай, я готов, давай! Ну, вставляй же, ну! Ты что, извращенец? Ну давай, ну быстрее, ну я не могу уже. Ладно, прочищу запор. Все. Спасибо тебе большое, сосед. Я уже думал, никогда больше в жизни не смогу нормально заговорить. Ла, нифига. Первый раз твой нормальный голос слышу. Так, сосед, отвечай, откуда у тебя рога, а? Да я ж говорю, зеленую жидкость пью, и из-за этого зеленый становлюсь, рога растут, вообще непонятно, что происходит со мной. Да, мог бы что-то получше придумать, там, допустим, не знаю, бывшая рога наставила, а ты вот такое тупое придумал? Что-то мне не очень так верится. Ладно, сосед. Ой. Не верит мне никто, вообще никто мне не верит. Ты вообще слишком много вопросов задаешь, сосед. Проваливай отсюда и уходи, вообще больше не возвращайся. В смысле проваливай? Я ж тебе помог от запора. Я ж твой друг. Ну, спасибо, что помог, но все равно теперь уходи. Да ты что ты такой агрессивный-то? Проваливай отсюда, я тебе все сказал. Все, прошел отсюда. Я должен закончить работать над своим проектом с микробами. Пока. Открой, ну, сосед, ну, пожалуйста. Да ладно. Ах, ты ж паскуда. Ладно. Так, все, нужно разобраться с этим соседом, я сейчас зайду через задний вход и посмотрю, чем он там занимается, 100% раскушу его за каким-то там важным занятием, делом, он вообще какой-то странный, очень странный, нужно у него расспросить. Ой, как же я устал, сосед! А, стой, ничего не было. А где мои очки? Где мои очки? Ничего не вижу, где мои очки? У тебя три глаза? Нет, не было такого. Сосед, а ну говори правду, ты кто такой вообще? Ты кто такой? Я просто... Говори правду. У меня болезнь такая, глаз на лбу вылез. Смотри, видишь? Ой, фу, одень обратно, одень. Хорошо. Сейчас, подожди, у тебя три глаза, да? У тебя рога. Ты весь зеленый. У тебя хвост и постоянный запор. Ты точно не человек. Вот прям. Да нет, запор-то уже нет, ты вылетел, все, значит, я нормальный человек. Я просто жопой чувствую, ты не человек. Рассказывай, кто ты вообще такой, а? Ну ладно. Только пообещай, что ты от меня отстанешь, хорошо? Ага, значит, мутант с Чернобыля убежал, да? Вот да радиацию нет, тут разносит всякую. Все намного интереснее. Я прибыл к вам с планеты Марс, и я хочу обратно улететь. Еще? Никого? Че? Не хочешь, не верь, все, проваливай тогда отсюда из моей квартиры, вообще не верит мне еще. Я ему секрет рассказал, а он не верит. Все, пошел. Пошел отсюда, я больше с тобой не разговариваю, вообще не общаюсь. Ой, смешной сосед, смешной. Так, я выяснил что-то важное. Он откуда-то там вышел с какого-то прохода, а потом начал отмазываться, то, что он какой-то пришелец, говорит, дебила кусок. Ой, это смешно, капу, да весь день настроение поднял. Так, что у него там может быть? Мои прошлые соседи славились тем, что там какие-то трупаки. Наркоманы всякие. Чё, в этого будет? Мне просто даже самому интересно. Так, скрытый проход. Так, главное, чтобы его там не было. Куда это вообще ведет?
Охренеть! Сосед, ты куда? Сосед! Что? Я тебя предупреждал, что ты сюда пришел! Ты не верил, да? Все, я полетел тогда, я ухожу от тебя, все, пока! Вот, сосед, ты мне не верил, все, я полетел на Марс, пока! Передавай привет твоим там землянам! И не трогай мой второй истребитель, ни за что! Пока! Пока! Куда полетел? Пока! Прощай, земля! Сосед, ты с ума сошел? Подожди меня! Прощай, сосед! Прощай! Так, тихо! Прощай! Офигеть, что за космическая ракета какая-то! Прощай! Подожди, я с тобой, возьми меня на Марс! Нет, ты мне не верил, и поэтому проваливай отсюда, проваливай! Да я не верю, я тоже хочу быть косплеером!